Неправительственные организации Казахстана меняют принципы работы. И одним из первых шагов в этом направлении стало сотрудничество и обмен опытом с НПО других стран. Сегодня в столице проходит международная конференция с участием представителей 5 государств. Взаимодействие НПО и государства – главный вопрос на повестке. В Казахстане в ближайшем будущем будут внесены изменения в закон о неправительственных организациях. Документ дает правовую основу для финансирования из госбюджета третьего сектора через гранты. Между тем, сегодня в стране зарегистрировано порядка 24 тысяч НПО, однако реально работающих лишь десятки. Мы хотим отказаться от парадных шествий, мы хотим отказаться от парадных мероприятий. Мы должны сегодня работать во дворах, в домах, в тяжелых семьях. Мы должны сегодня работать в клубах, мы должны сегодня работать с тяжелыми детьми, с инвалидами. То есть та работа, которая на первый взгляд не видна, но она должна быть правильно оценена и правильно профинансирована. И вот сегодня мы меняем принципы нашей работы. От показухи, от парадности к ежедневной встрече с нашими гражданами.